Здравствуйте, друзья! Наконец-то расцветают мои ирисы. Их совсем немного, но, на мой взгляд, они нереальные красавчики. И прежде чем про них расскажу, для тех, кто не знает, лепестки у ирисов называются по-особому. Верхние, которые бодро торчат вверх, это стандарты. А нижние, часто гофрированные, похожие на крылышки, это фолы. И теперь к моей небольшой коллекции. Пусть ирисов в ней и немного, но почти все именитые. Начну вот с этого. Purple Serenade. Фиолетовая серенада. Сказочно красивый бархатно-фиолетовый ирис. Густо-черничные фолы с более светлой каймой и такой же продольной полосой на лепестках. С темно-фиолетовой бородкой. Очень крупный, высокий. Starway to Heaven – лестница в небо. Белые с легким кремовым оттенком кружевные стандарты. Нежнее нежного цвета летнего неба голубые гофрированные фолы. Бородки белые, пушистые. Расположены фолы в горизонтальной плоскости. Такие фолы называют парящими. Ирис с парящими фолами выглядит еще крупнее. Высота ириса около метра, цветок крупный, около 20 сантиметров, очень крупный. Легкий, приятный аромат. Сорт удостоен множества наград и, думаю, вполне заслуженных. Цветет долго. Ирис Mango Passion – манговая страсть. Лепестки цвета мякоти спелого тропического фрукта. Мой самый аппетитный ирис. К центру фолы более светлые, бородки цвета мандарина. Крупный, высокий, долгоцветущий. Florentine Silk – флорентийский шелк. Персиково-розовые стандарты с сиреневыми прожилками напоминают лепестки орхидеи. Фолы сиренево-лавандовые с розоватой каймой. Кораллово-сиреневая бородка. Складки на фолах напоминают платье принцессы, очень красивые. Высота превышает метр, но не у меня. У меня почему-то меньше метра. Очень ароматный. Хотя аромат нежный, но сильный. Ирис World Premier. Мировая премьера. Нежно-голубые стандарты. Бархатные фолы цвета синего кобальта. Темно-синяя сеточка на светлом напылении у основания нижних лепестков. Крупный, высокий. Призер многих выставок. Ирис без названия. Потому что бумажку с названием я потеряла. Хотела сказать, что ирис очень крупный, но он просто огромный. Цветы отдельные больше 20 сантиметров. Стандарты светло-сиреневые, а фолы бежево-розовые цвета пудры, а выгорая становятся светло-светло-бежевые. Бородки оранжевые, цвета апельсина. Ирис высокий, долгоцветущий. Если кто-то напишет мне имя, фамилию этого красавчика, то буду очень благодарна. Вот пока и все. Очень люблю ирисы, но не все из них легкие в выращивании. Много капризных сортов. Вот даже, например, лестница в небо. Растет у меня давно, но бывает, что совсем не цветет. Или, как в этом году, цветоносы невысокие. Mango Passion пропустил 2 года цветения после моих подкормок. Ирисы очень не любят перекорм, особенно азотными удобрениями. А вот зола – это то, что им надо. И от болезней, и как подкормка. И на прощание, обожаемый мной ирис, который ни на что не претендует, цветет и радует меня каждый год без отпусков.
А я говорю вам до свидания и до новых встреч на канале «Домик окнами в сад».